утра. Мы еще с Лизой только идем в садик. На улице уже нет никого, все люди на работу ушли. Главный вопрос, который, наверное, сейчас интересует любого человека, да, как все успеть, как совмещать работу с учебой, да, с воспитанием детей, с семьей и так далее и тому подобное. Вот в онлайне очень много разных предложений, да, связанных с удаленной работой, с работой в интернете, и многие не совсем доверяют подобным предложениям, думают, что это нереально, что это все, то есть развод и так далее и тому подобное. Но сейчас я вам покажу несколько отрывков, так скажем, из ежедневной нашей жизни, как мы это делаем, как мы сейчас совмещаем. Да, но в данном случае, к примеру, сегодня я гуляю с младшей дочерью в парке, при этом еще одновременно, да, я смотрю важный вебинар. Юля у меня сейчас, жена, к примеру, проводит встречу в офисе. Да, то есть как бы мы можем совмещать и приятное с полезным, да, и при этом зарабатываем деньги. Так что хотите также иметь свободный стиль жизни и больше проводить время со своей семьей, пишите в ЛС, да, в Директ, куда угодно, звоните, расскажем, покажем. Быстрее гулять. Брось, иди гулять. Сейчас идем за средней дочерью. Днем гуляли с младшей. Сейчас в садик за средней. Ну, а вечером уроки со старшим. Лизочка, мы с тобой в садик утром самый первый приходим? Нет. А почему мы с тобой самый первый не приходим? Мы приходим, когда уже... Самый последний. Да, когда уже зарядка вся закончилась, да? А сегодня мы я встала рано. Вот. А потому как... что нам некуда торопиться. Нам не надо идти на работу, бежать в 7 утра куда-нибудь. На площадку. Какой у нас красивый закат.